Гражданин вот тут обратился. Говорит, по улице Ады Лебедевой, 66, в районе ездит Мазда, серебристая тройка, водитель с признаками. Байкал я задержал, автомобиль коммунистическая 26, нетрезвый, подтверждается информация. Долгий продолжительный выдох за щелчка, я скажу, как бы так. Не дадут, недостаточный объем, видишь? Как шарик надуваешь, только долго. Все готов. Много выпил? 3 бутылки. Пиво? 0,74, видите? А сколько разрешено? Допустимо по этому прибору 0,16, все, что свыше. Здесь 7 раз почти превышение.